Давай спустим немножко, не сами. Ой. Давай спустим немножко. Вот так. Вот так. Вот так. Вот спустили. Прыгайся. Прыгай. И покажешь, как плывешь? Вот так Маша плывет, правильно. Она плывет. Она дна не касается. Молодец. Ручками Маша себе помогает, как хорошо. Ручками сразу начала работать, и баланс появился. Плыви. Молодец, Маша, плывет. Слушай, ногами как хорошо работает. Ой, доплыла. Конечно, еще покажи, как еще. Здорово, такая. Вот когда 4 зацепили, стало нормально. Вчера на 3 тонула тоже. Ух ты, от бортика до бортика Маша проплыла. От бортика до бортика. Рыба? Где рыба? Наша рыба там плавает, да. Желтая рыба. Это не рыба, это листочек. Там должна быть рыба пластиковая. Нет, наша. Там нашей рыбы. Не видать. Там это листочек, Маша, это не рыба. Листик. Это листик. Листик, да, это не рыба. Ну что, пойдем еще раз нырять в большой бассейн с включенной камерой. Маша, пойдем нырнем в большой бассейн. Пойдем? Я пойду в воду прыгать. В большой бассейн пойдем? Или ты не пойдешь? Здесь будешь плавать? Маленький бассейн, там большой бассейн. Маленький. Молодец. Молодец, Маша. Вообще шикарно. Да. Руки освободились наконец-то. Штука, конечно, немножко давит на него, но нормально. Заполняется. И что же поднимается наверх все время? Я думаю, что если бы костюмчик был более тонкий, ей было бы неприятно. Ей было бы, да, неприятно было бы. Этот костюм держит, да. А так вроде ничего нормально. Ой. Еще один такой костюм надо заказать. А? Еще один такой костюм надо купить. Thank you.
Ну, приплывешь ко мне? Малыш, приплывешь ко мне? Нет, скажи, не буду плавать. Здорово. Поплывешь? Плыви к маме. Маме, плыви. Давай, плыви, плыви, молодец. Давай, плыви. Вот, молодец.